Привет, с вами Питер Гриффин, вы смотрите... На нашем канале ваше любимое шоу в их природной первозданности. Простите, на этой горке ограничение по весу. Правда? И какое? Запрещено выглядеть смешно на этом скутере. Простите, исключено. Большое событие в парке «Шесть флагов» в Колумбусе, где открывается американская горка. Я должен на ней прокатиться. Питер, забудь. Тебя и на эту горку не пустят. У тебя лишний вес. Да, чтобы прокатиться на этой горке, тебе придется сперва сесть на диету. Ну что ж, если это нужно, чтобы прокатиться на горке, я сажусь на диету. И не остановлюсь, пока не буду выглядеть, как сестра моего деда по прозвищу «Ноги до ушей». Эй, детка, у тебя ноги прямо до ушей. Да, это... Господи, ты чудовище! Вернись! Мои ноги гладко выбриты, как у девочки. Итак, Питер, самое главное, когда сидишь на диете, это сила воли. Нет, не сможешь. Нет, нет, тебе туда нельзя. Нет, нет, брысь оттуда, это моя особая зона. Нет, стой! Нет, я сказал! Да что это за пирог такой? Питер, он заставляет меня смотреть! Сэр, простите, вы слишком толстый для этой горки. О, черт! Да, возвращайся-ка в свой пруд, бегемот. Ну а что я, сэр? Я не слишком толстый. Нет, кажется, нет. Что ж, надо отдать Питеру должное. У него была мечта, и он ее воплотил. В точности, как братья Райт. Ну, как поживает твой бойфренд Орвилл? Только уточняю, бывший бойфренд. Ха-ха, сучка! Ты такая красивая, я скучал! Чего так смотришь? Хочешь сделать мне предложение? Что? Ага, именно, что? Кап, что? Что за черт? Эй, прости, приятель. Нам нужна комната. В самом деле, чужаки? Ничего, что в наших краях увидишь вашего брата. Но все дети божьи могут найти у нас приют в трудный час. Вообще-то нам потребуется куда больше часа. Или меньше, а, Лоис? Я обычно раньше кончаю. Меня зовут Элай. Это постоялый двор моих родителей. Если мы как-то можем сделать вашу комнату поскромнее, просите, не стесняйтесь. Да и так хорошо. Хуже, чем в молодежном хостеле, в гостинице Амишей точно не будет. Привет, и мне нужна комната. Желательно, чтобы пришлось спать, примотав рюкзак к телу. Есть комната с автостопщиками из Италии, разложившими свою одежду по всем кроватям. Замечательно. А мои соседи будут беспрерывно меня обсуждать на незнакомом языке? Будут, сэр. Отлично. Спасибо за приятный вечер, Элай. Вот, теперь он твой. Твой iPhone? Да. Кого это я слышу? Это Аврил Лавин. А почему она на меня кричит? Я не знаю. Элай, что ты делаешь с чужеземкой? Держись от нее подальше. Она тебя научит дурному. Да, сэр. А что до тебя? Держись-ка подальше от моего сына, потаскуха. Пап, ты поговоришь с Иезекиилем? Скажешь ему, что я не научу его сына дурному? Прошу! Ладно, поговорю. Но чудес не обещаю. Я плохо разрешаю конфликты. Как в тот раз, когда я чутился за жирафом на бейсболе. Вот это удар, да! Фаербол! Что там было? Граунд рул дабл! Я ничего не видел. Это нечто! На третью базу давай жми! Не могли бы вы присесть? Я и так сижу, сам сядь нормально. Я и сижу, но все равно ничего не вижу. Так стало быть, проблема в тебе. Вперед, Сокс! Иезекииль? Мистер Гриффин, я так понимаю. Я лишь хотел сказать, как сильно моя дочь Мэг любит вашего парня Элая. Она его не научит дурному, ничего такого. Ну что скажешь, дадим детишкам шанс? Пожалуй, мистер Гриффин, пожалуй. Здорово. Еще должен сказать, я заметил, в вашем городе ни черта нет музыки. Представляю вам рок-н-ролл. Вы изгоняетесь из нашей общины немедля! И дочь свою шлюху не забудьте! Ваша семья должна покинуть нашу общину и вернуться во внешний мир! Пап, что это значит? Ты же вроде с ними поговорил! Сэр, пожалуйста, наверняка у вас была веская причина гневаться на моего мужа. Какой бы она ни была. Но прошу, не наказывайте за это детей. Они же не виноваты. Не виноваты, да? Вот что я нашел в зернистой дырке Элая! Что ж я... В чем? Угол комнаты Элая для хранения его зерна.
Поездка будет весьма нервной. Знаю, лошади такие медленные. Сексуальные. Сексуальные. Эй, Лоис, смотри, как я развернусь перед этими неудачниками. Получили, недоумки! Илай, я согласна, что твой отец был несколько безрассуден, но не считаю, что бегство — это выход. Видал когда-нибудь такое, Илай? Портативный футбол. Прямо дух захватывает, а? И знаешь, для нас это мусор. Козел! Срань господня, кто это сделал? Должно быть мой отец. Таким образом, мамиши объявляют вражду. Эй, кто сгреб листья? И смотрите, кто-то постриг газон. Это была моя обязанность. Я сделал за тебя твои дела, лишив тебя радости потрудиться самому. Мерзавец! Джо, тащи Квагмайра и всю современную технику, что найдешь. Мы идем на войну. О, привет, Бонни. А Джо дома? Тогда можешь оставить ему сообщение? Да, все, что я наговорил, до слов про войну. Ну что, бойцы, вот и все. Техника против деревянного барахла. Вломим им! Яблоки! Огонь! А, проклятие! О, боже! Выкусите, чудики мохнатые! Это противоречит всем нашим убеждениям. Силы небесные. Да ты прав. Мне ужасно стыдно. Я лишь хотел защитить тебя. Я знаю, отец. Целуй, целуй, целуй. Простите, что мы так повздорили. Позвольте загладить свою вину. Угощайтесь всем, что только найдете в моей зернистой дырке. Ничего страшного.